Спасатели пересядут на квадроциклы. Так удобнее объезжать пробки. Новую технику презентовали сегодня на выставке безопасности связи главному военному эксперту МЧС России Павлу Плат. Какие еще разработки будут в помощь тем, кто сам помогает? В следующем сюжете. Новинки в области безопасности продемонстрировали на выставке. Здесь средства для эвакуации людей на пожарах, системы слежения и, конечно, самая быстрая техника. Там, где не пройдет обычный автомобиль, пригодятся эти сани. У них высокая проходимость. Это снег и лед зимой, камыши и болотистая местность летом. Также они легкие в управлении. Здесь, как в обычной машине, руль и педаль газа. Максимальная скорость развивается до 130 км в час. На квадроциклах спасатели и пожарные легко объедут пробки. Они появятся на улицах к универсиаде. Помогать пожарным будет не только техника, но и добровольцы. Эту тему обсудили, подводя итоги минувшего года на заседании коллегии Приволжского регионального центра МЧС России. В Приволжье на борьбу со стихией готов выйти 30 тысяч человек. Добровольные пожарные отряды планируют поощрять. Стимулирует каждая территория по-своему. Через налоговые льготы, через поставку каких-то элементарных вещей, дрова и другие виды топлива на зиму, выплаты за участие в спасательных работах. Без современной технологии, современного оборудования и умением эффективно пользоваться сегодня уже не достичь того успеха, не суметь спасать в сложной ситуации жизни людей. Как в чрезвычайных ситуациях действуют профессионалы, показали на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту на Кубок премьер-министра Татарстана. Команда республики завоевывала его 6 раз. У Главного управления МЧС России по республике появился и свой символ доблести, чести и служения Отечеству. Этого события ждали 4 года. В торжественном мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. В судьбе любого подразделения, вот знамя, это некий такой символ, который мы должны беречь и быть достойны этого знамени. Вот сегодня это случилось. Я всех вас поздравляю с этим событием. И я надеюсь, что наше главное управление всегда будет высоко держать это знамя. Вручил знамя татарстанцам главный военный эксперт МЧС России Павел Плат. Екатерина Кудинова, Инна Данилова, Равкат Зиадинов, Айдар Кунафин. Вести Татарстан.